Скрытые страхи знаков зодиака. Иногда мы становимся врагами сами себе. Да, любовь является важной частью жизни каждого из нас. Но мы не всегда готовы полностью отдаться этому чувству, особенно в начале отношений. Ниже описаны те вещи, которые мешают представителям разных знаков зодиака открыться перед своими партнерами и позволять любви управлять своей жизнью. Овен, а в нам хочется, чтобы все было так, как они задумали. Это дает им чувство превосходства, которое они боятся потерять в отношениях. Поскольку представители этого знака являются предельно самостоятельными и самодостаточными личностями, они с большой неохотой признаются другим в том, как сильно в них нуждаются. Телец. Если телец берет на себя ответственность за кого-либо, он старается нести ее в течение всей жизни. Вот почему ему требуется так много времени, чтобы выбрать правильного партнера. Оказавшись в отношениях, телец делает все возможное, чтобы сохранить все как есть. Страх отклонения от привычного порядка вещей – это главный барьер, мешающий тельцу стать ближе со своим любимым человеком. Ведь отношения должны развиваться, а не застаиваться. Близнецы. Близнецы обожают флиртовать. Страх скуки – это та вещь, которая мешает им по-настоящему вкладываться в отношения. Кроме того, они боятся, что партнер может узнать об их темном близнеце, которого они усердно пытаются скрыть. Рак. Рак боится, что другие могут увидеть то, насколько уязвимым человеком он является. Но скрыть эту сторону своей личности ему мешает эмоциональность. И когда рак понимает, что любимый человек видит его насквозь, он чувствует себя беспомощным. Ему не нравится выглядеть уязвимым, и поэтому он старается держать людей, насколько это возможно, на расстоянии. Лев. Льву трудно избавиться от иллюзорного ощущения, что все находится под его контролем, поэтому он предпочитает держать своего партнера на расстоянии. Львам необходимо научиться контролировать себя и понять, что обмен информацией – это ключ к успешным отношениям. Дева. Чувство собственной неполноценности – это самая большая проблема девы. Несмотря на то, что она боится показать свое несовершенство, ни один представитель другого знака, насколько бы хорош он ни был, не способен достичь ее стандартов. Главным препятствием на пути к любовному счастью девы является ее доминирующий и аналитический ум. Весы. Весы стараются сделать так, чтобы все выглядело красиво и гармонично, поэтому они предпочитают, что называется, заметать проблемы под коврик, что только увеличивает дистанцию между ними и их партнерами. Настоящая близость строится также на адекватном восприятии реальности, а не только на желании представить идеальными те вещи, которые таковыми не являются. Скорпион. Скорпионы не избегают и не скрывают близких отношений с другими, более того, они способны испытывать глубокие чувства. Но темперамент и искренность скорпиона часто оказываются чрезмерными для других людей. При этом боязнь предательства заставляет представителей этого знака скрывать свои самые глубокие чувства. Их самая большая проблема – скрытность. Стрелец. Стрельцам больше нравится сохранять одинокий статус, а не вступать в отношения. Представители этого знака предпочитают оставаться свободными, и когда кто-то подходит слишком близко, они спасаются бегством. Чаще всего у стрельцов не получается создать близкие отношения, потому что любой союз они воспринимают как ловушку. Они ищут такого партнера, который сможет предоставить им максимум свободы, но который будет рядом, когда это потребуется. Козерог. Козерогам хочется, чтобы их воспринимали как сильных и стабильных личностей. Будучи людьми талантливыми, уверенными и настойчивыми, они, боясь показать свои уязвимые стороны, стараются держать эмоции глубоко внутри себя. Козероги часто подставляют свое плечо другим, но при этом в их окружении нет тех людей, к которым они сами могли бы обратиться за помощью. Очень трудно сломать те стены, которые они возвели вокруг себя. Чтобы удержать своего партнера, козерогу нужно перестать бояться собственной уязвимости. Водолей. Водолеи ставят логику выше эмоций. Поэтому они испытывают постоянные трудности с выражением собственных чувств. Представители этого знака обычно соображают быстрее окружающих. Поэтому в первую очередь они привыкли удовлетворять собственные потребности. Самой большой их проблемой является страх потерять свободу. Как только они начинают чувствовать себя в ловушке, пытаются найти выход. Чтобы избежать одиночества, водолеям необходимо научиться открываться перед другими людьми. Рыбы. Самым большим препятствием на пути к созданию близких отношений для рыб является отсутствие у них самоидентификации. Они подобны хамелеонам, способным искать разные подходы к разным людям. Ведь, в конце концов, они сами не знают, чего хотят. Время, проведенное рыбами в одиночестве вдали от потребностей и чувств других людей, позволит им лучше понять себя и избавиться от желания спасти всех, кого они любят.
Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.